конкурса «Молодое дарование России». Обладатели медали «Одаренный ребенок», знака юноармейской доблести, юную исполнительницу с авторской песней «Сделай выбор», которой она стала полуфиналистом детского Евровидения. Итак, давайте позовем на эту сцену Надежду Шальневу и театр танца «Релакс». Встречайте! Все дороги в мире для тебя, мой друг. В небе темно-синее засияют вдруг. И выбор твой, знай, выбирай дорогу, иди вперед. Шаг за шагом мы покоряем мир, не дорог прямых. Сделай выбор, кем захочешь быть, это верный путь. За свою судьбу сделай выбор. Ты меняешь роли, свет на дороге. Спасибо огромное, Надежда.